Всем привет, вы на канале Дани и Ваня. Подписывайтесь на нас, команда, ставьте лайки. Команда, мы не можем до вас добраться. Повторяю, сегодня полагайтесь только на себя. Постарайтесь выжить любой ценой. Это спецоперация. Я вас научу, как спрятаться, как не выживать. Сначала мы начинаем бежать на лестницу. Потому что с лестницы проще стрелять по ним. У нас, видите, здесь голову выстрел в голову ярость. Надо быстро голову. За эти очки. За очки можно покупать новое оборудование, а также жизнь. Протратили. Всех мертвых надо забрать его. Я всегда начинаю оттуда, потому что враги начинают бежать с разных мест. Вероятно, множественные столкновения. Или с той стороны. В левом верхнем углу видна карта. Оттуда не двигаться. Сейчас у нас опять ярость. При ярости надо очень быстро стрелять. Желательно подождать, пока враги все пройдут. Тут сразу можно было успеть. Чуть не успел. Теперь я раз у нас тысяча. Надо успеть в голову выстрелить. Склад снаряжения на линии. У вас есть доступ к дополнительным взрывчатым веществам и броне. Здесь можно новое оружие собирать. Пока мы израсходуем это. Вот бочки. Их желательно убивать, потому что потом могут враги в них выстрелить и попасть в нас. Сейчас будет третья волна. Отряд противника использует самолет. Кнопка F5. Они приближаются к вашему расположению. Вот так. Чтобы не ждали вовремя, а сразу перейти на 5 секунд. Я вам еще раз ее покажу. Вот я ярость. Собаку можем сыграть. Ярость убить. Опять же было собаки. Враги. Желательно в голову попадать, потому что вот мы его все задания, которые потому что это очень. Еще один остался. Арсенал успех обеспечения на линии. Непосредственная воздушная поддержка готова к постановке задач. Вообще видимость не это будет до Африки, хотя плохо, мне кажется, Афганистана. Ну, в принципе, это не так и важно. Вот там значок. Там можно себе набирать авиаудар. Обнаружены источники тепла. Они движутся в вашу сторону. Прием. Теперь у нас ярость. Пистолетом делается хорошо, но ярость делается плохо. Поэтому мы берем темповое оружие.
Американский автомат БТФ. Туда уже можно не бегать, можно есть. Начинать поближе. Вот мы заработали 3000. Войска противника на подходе. Опять у нас серия. Опять мы берем туда. Прикройте меня! Впереди солдат! Ружье. Видимся, ждем опять. Подпускаем их поближе и начинаем убивать. Лагерь надо тоже по карте смотреть, потому что опять вот, когда в вас попадает. Когда попадает вас, то допустим, серия убийства, там не справится. А если не часть серии на судьбе, то вот, я получил. Они бегут в панике. Отлично, так держать. В принципе, имея меньше денег, мы еще не теряем, но здесь как спортивный азарт. Да. Да. Поэтому игра очень захватывающая, хотя есть более другие, это игра, по-моему, 2011. Отряд со всех сторон приближается авиация противника, найдите укрытие. Вероятно, множественные столкновения. Сейчас у нас вертолет. Здесь поздно. Или выстрелил голову, немножко пустили на жопу. Выстрелил голову, чтобы безопаснее. Потому что это надо расходить против. Через 2 секунды все начнется. Итак. Осторожно. Террористы несут на себя взрывчатку. Убить по секунду, это по нам держать гранаты. И посмотреть его. Во время этого. Гранаты
близко желательно не подходить, потому что глаз того примерно могут. То же самое подбирает патроны. Если нужно, пополните боеприпасы. Если здесь стоит бочка, то ее надо в таких местах выстрелить в нее, убрать. Убрать можно только выстрелом. Почему это надо делать? Да потому что ты когда можешь ползти, и потом в тебя может бочка попасть, можешь, когда эта бочка взрывает. И может пойти. Вот опять. Или выстрел в голову. Начнем с выстрела в голову. Прыгать в другом месте, чтобы они бежали к вам. Подождали. Порол отошел. Подошел. Ножом в сорок. Ножом в средний. Противник уничтожен. Утаплю. Прокрутка идет. Выше. Утаплю он. Вражеские вертолеты несут бронетехнику. Советуем использовать тяжелое оружие. Войска противника на подходе. Бойную силу по сравнению с помповым. Поэтому желательно брать. Сейчас мы возьмем помповую, проверим, все ли у нас, если там еще патроны, да, еще есть. Вот. Теперь будут бежать пацаны с автоматом Калашникова. Вот. Каждой волной усиливается больше. Ножевая серия. Но этих сложнее убивать, потому что тех можно было с одного раза убить. Этих надо убивать только два раза. Я потом вам покажу, как убивать можно. Взять автомат Калашникова, подсобирать патроны, которые нам нужны. Вот. Ну, желательно вначале нам дострелять из оружия. У нас были до этого. Берем американский автомат, пока будем сейчас посмотрим, что нам пригодится. Внимание! Ножевой силой можно тоже взять полное оружие. Стрелять гробовиков.
берем это для того, чтобы нам собирать патроны, потому что они могут идти с разных сторон. Желательно, если они идут с той стороны, аж где-то там вы убили, то потом подбежать туда, но патроны потом пропадаешь. Чтобы так говорили, не докупали. Желательно их пополнять. 180 патронов. Меньше там здесь вот 13 или 12 патронов в магазине, поэтому ну калашников больше, магазин, поэтому более таких серьезных врагов может из одного рожка разобрать, которые патроны хранятся. Быстро бегать, нажимаем шрифт с правой стороны и начинается увеличение. Правая мышь. Прицеливаемся. Силы противника уничтожены. Отличная работа, команда. Спасибо. Нам сказали, что у нас отличная работа. У нас осталось 15 патронов, один рожок, чтобы выполнить. Противник направляет в вашу сторону боевые химические вещества. Мы можем брать, можем не брать. Нам надо дать гранатомет из расходового танка. Желательно, чтобы... Вы попадаете в ловушку, да, так это не делать не может.
вас нет противогаза. Это повод для того, что враг может спокойно. Так, взяли мы новое оружие. Ну, это оружие более-менее еще ничего. Сейчас будет авианалет. Желательно при авианалете желательно убегать оттуда и становиться здесь под крышей. Я покажу почему. Вы поймите почему. В этой части вы находитесь. Разведка следует вертолетов противника в нашем воздушном пространстве. Внимание! Противник направляет в вашу сторону новые химические вещества. Откуда вы попадаете, и вас могут с разных сторон завалить. И будет сидеть башка. Стреляйте в него! Понял. Это намного сложнее, но с ножом их можно убить. Что же, по два раза? Ну, они видят, с разных сторон подходят, поэтому... Нет смысла. Это легкий процесс. Этому бойцу нужен врач! Противник слева! Сама больше нравится. Удобный прицел. Видите, хорошо. По сравнению, видите, с калашниковым намного. Мне больше всего нравится он. Поэтому. Сейчас мы его ударить засудим. И все. И будем пополняться новыми. Силы противника направляются в вашу сторону. Ярость опять. Надо опять забегаем. Здесь удобно стрелять. Во-первых,
враг только оттуда или оттуда может. И по карте вы можете видеть, куда он подойдет. Если летит вертолет, то вы можете зайти сюда, то же самое, пострелять. Но здесь неудобно, с этой стороны. Слишком близко. Оп, я вас заметила. Но зато мы их убрали. Бывает на автоматы, которые дают нас, мы подбираем. На другой волне мы пропадаем. Мы за волну получили. Ну и отлично. Так, возьмем сейчас калашников потом. АК-47. Пополним запас 105. Больше у нас нет. Что-то еще. У нас были другие пополнить запасы. Мы сюда идем. И он одновременно на два вида оружия пополняет. Ну так как я говорил, я люблю другой автомат. Осторожно, террористы несут на себе взрывчатку С4. И наживай. Ну, наживая серия уже намного сложнее, поэтому будем пробовать серия непрерывно мы должны купить врагов Рейха. Пропал автомат, поэтому надо или сразу бежать туда и уже все аля уйду. Так, ну, в принципе, нормально. Поехали опять, посмотрим, что нам тут потом будем бежать. Еще мы заработали на серии одной. Осторожно, террористы несут на себя взрывчатку С4. Оп! Повторяемся по линии, чтобы нас не забили. Потому что очень много видно, что погибать.
развивается, поэтому что мне подходит. Бонус за волну, как вы видите, табличка у нас перед глазами, все понятно. Все мы забрали, отлично. ПП у нас. В настройках можно менять, я сделал в настройках смена оружия. Оставался один патрон, нет смысла. Пойдем и купим себе оживление. Вот. Оживление. Возьмем автотуннель. Турель готова к установке. Автотурель, вернее. Я потом покажу, для чего нам нужна. Просто мы ее пока возьмем. И как видите, внизу она показана. И четверочка. Четверочка. Отряд значительной силы противника приближается к вашему расположению. Здоровье поправим. Потом хорош, тоже он как пистолет пулемет, он быстро стреляет. В нем большие магазины очень. Ну, я не знаю, по сравнению с вертолетом одного не хватает. Калашников можно с одного убить или с этого. Наверное, говорит о том, что мы личность. Плохая.
Нажимаем четверочку. И вот у нас автопилот. Отряд со всех сторон приближается авиация противника. Найдите уже. Видео вам помогает. Или отсюда, в двух мест, слева или справа. Нажимаем F5, чтобы быстрее. Друзья наши там, но не совсем удобно. Отряд, значительные силы.
Шанс отползти. Без оживления очень-очень проблематично. Забью как мама. Войска противника на подходе. Все собираем, но потом берем. Внимание! Противник собирается разрушить бронированные сухопутные войска. Обнаружены источники тепла. Я на уворачиваюсь.
Потому что взять очень. Когда их остается 3-4, то мы стреляем ручные пулеметы. Ну, у нас берем этот, я беру этот, потому что он, во-первых, быстро перезаряжается, рукоятку и голову прицел берем. Становимся на позицию. Оп. Здесь желательно близко рядом с ним не стоять. Потому что в нее можно попасть. Противник входит в зону ваших действий. Патроны не берем, так как у нас здесь еще куча патронов. Нет, возьмем здесь и добьем еще. Скорачиваться в уголок. Здесь нам будет удобно расстрелять. Ну да, как я говорил, они бронированы в них. Но надо можно израсходовать эти все патроны, потому что они нам потом хорошо ближнем бою, когда в дальнем бою он не очень, потому что обнаружены источники тепла, они движутся в... Принц патрона почти зарасходовал. Потому что красная наступает.
головой. Присели, отбежали, вы так и не начали двигаться. Это у вас кровь. Побежали дальше. Еще раз. Выматываем их. Мы забыли взять автоматы. Следующий будет вертолет, и вертолет желательно брать автоматы. Масленка граната. Желательно не сейчас брать, пока они там помирают. Враг обезврежен. Если нужно, пополните боеприпасы. Турель готова к установке. Потому что, видите, 28 секунд. Но это мы здесь рядом. Когда мы издалеку, надо еще побежать, чтобы спрятаться. Как я и говорил, вертолет, за вертолет, от вертолета лучше прятаться в той стороне. Дурочку от которой ставим. Поехали. Видите, я ничего не нажимал уже. Пока мы даже поставили все. Враг уже приближается. Слушай, поэтому желание противника рядом с вами. Внимание, они не слышат шапку. Опять же, просто не падает, потому что они сразу стал.
Команда Гиган для борьбы с беспорядками прибывает в ваше расположение. Турели готовы к установке. Сами. Ну что ж, сами так сами. Спасибо, что автосоединились. Спасибо.
Опять оживление. Турель готова к установке. Наверное, поставим автотурель. У тебя домашнее хозяйство, все время все так. Будешь еще собрать немножко ее. Ну ладно, да, там ничего валяется. Внимание! Противник собирается развернуть бронированные сухопутные войска. Силы противника Собирайте выжить!
подземный бункер. Рывок. Газ, газ, газ. Газ, ничего страшного. Одним уйдящим здоровым будут только слева. Внимание! Значительные силы противника на подходе! Советую ворваться!
обезврежены. Я думаю, нам можно ходить. Этих всех патронов. Мне придется по команде. Дами, тут Надя. Да, их еще очень много. Можно легко удать. Вот, подбежали, ворвался и убежали. Не дайте выжившим сбежать! Прикройте меня! Предан! Часов! Понял! Веду цель! Команда Гиган. Чем сложнее волна, тем больше надо помощника вынести, потому что это очень проблематично. Отряд со всех сторон приближается авиация. Давай. Противника. Найдите укрытие. Служебные собаки противника.
вообще кандалия. Ай, мама, щекотали. Поехали, поехали. Ну давайте, пацаны, поехали, поехали. Давайте. Опять. Но врагу не сдается, наш гордый варяг. Поехали.
ускоряем процесс. Пацаны опять занесли. Здоровье пока поправлять, и будем их уменьшать. Сейчас.
ударов используем. Побежали. Залазим наверх, и все нормально, поехали. Вы по-прежнему на канале Даня и Ваня. Хорошо.